Відкрита трибуна. Як ви вважаєте, де у Кривому Розі найгарніша ялинка? Ну, мабуть, найкраща ялинка у мене вдома, а на самом деле, мабуть, возле гори сполкома нашого. Ну, найкраща ялинка – це на 44-му на ДК Цивака. Ну, кожен рік там якісь нові, ну, качелі з'являються, якась нова ігрушка. Я считаю, самая красивая елка у нас в Сусгороде, так как она яркая, имеет очень много украшений. А также мне очень сильно нравится елка в Саксанском районе, так как там вся елка идет из живых елок. То есть она не искусственная. Когда проходишь, во-первых, приятный запах идет новогодний, она вся яркая, зеленая. То есть красивая только из-за того, что она полностью вся живая. Она высокая, там очень много елок привозят больших, живых, и из них уже собирается одна большая. Я думаю, что самая красивая елка, ну, тут все на Ашане. Ну, она самая высокая и белая. В этом году у нас очень красивые елки везде, то есть везде празднично, нарядно, особенно возле горисполкома, конечно же. В этом году подготовились как никогда. Празднично, интересно, если что посмотреть. Вот с ребенком ходили в этом году на открытие, вот буквально только что, полчаса назад, были на открытии на исполкоме Саксаганском. Тебе понравилось, Лада? Да. С пряниками, с конфетами, да, на открытие конфетти было замечательно. Ну, как всегда, на Югоке, то есть благодаря горно-обогатительным комбинатам есть на что посмотреть. Я з дітьми завжди їжджу на соцмісто, там сама красива ялинка, самі красиві іграшки, самі красиві розваги для дітей. От. А взагалі кожна ялинка – це індивідуальність, всі ялинки дуже гарні в нашому місті. Саме красива ялинка у нас на Сівгокі, тому що я живу на Сівгокі і це мій район. Відкрита трибуна.